У ФСБ России по Ивановской области ликвидирован канал поставки в регион наркотических средств. Силовикам удалось пресечь противоправную деятельность жителя Иваново. В ходе оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий установлено, что молодой человек, являясь оператором интернет-магазина, осуществлял продажу синтетических наркотических веществ на территории Ивановской, Архангельской, Ярославской, Костромской и Владимирской областей. Парень был задержан сотрудниками органов безопасности при изъятии наркотиков из тайника. Там находилось более 720 граммов наркотических средств синтетического происхождения. Региональным следственным отделением ФСБ России возбуждено уголовное дело за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Максимальное наказание – пожизненное лишение свободы.